Почетными гостями праздника, посвященного открытию года культуры в Кургазинском районе, стали глава администрации Кургазинского района Ахат Кутлуахметов, заместитель министра культуры Республики Башкортостан Шамиль Абдраков, председатель совета Леонид Богатырев, почетный житель Кургазинского района Раиль Абдулович Абдрашитов. Перед началом торжественной части гостей знакомили с выставкой, расположенной в холле дворца. Свои экспонаты на ней представили основные учреждения культуры и искусства района. Историко-краеведческий музей, музей имени Кинзи Арсланова, межпоселенческая центральная библиотека, районный дворец культуры «Молодость», Ермолаевская детская школа искусств. Открыло мероприятие выступление главы администрации Кургазинского района Ахат Кутлуахметова. В своем обращении к собравшимся Ахат Евдатович отметил неоценимую роль работников учреждений культуры в жизни общества. Вы выполняете благородную миссию, формируете мировоззрение человека, его нравственные принципы, помогаете развивать эстетический вкус и расширять кругозор, обеспечиваете надежную связь между поколениями на основе любви к своей родине. Благодаря вашему повседневному труду в домах культуры, библиотеках, детской школе искусства сохраняет и приумножает духовное богатство и традиции нашего общества. В этот день хочу выразить признательность всем присутствующим в зале работникам и ветеранам культуры за безграничную преданность своему делу. Вы прославляете наш район, а район, в свою очередь, гордится вами. Искренне желаю вам и вашим близким счастья, благополучия, крепкого здоровья и долголетия, новых идей и оптимизма, неиссякаемого вдохновения, а также мощной творческой энергии. За значительный вклад в развитие культуры Кургазинского района почетными грамотами районной администрации были отмечены работники учреждений культуры и искусства, среди которых библиотекари, работники домов культуры и клубов, преподаватели Ермолаевской детской школы искусств. Свои надежды на предстоящий год и пожелания коллегам выразил заместитель министра культуры Республики Башкортостан Шамиль Абдраков. Объявление года культуры на столь высоком уровне дает нам возможность, и мы рассчитываем на то, что это позволит обратить внимание всего населения на развитие проблемы нашей отрасли, пересмотреть нашу отрасль в нашем обществе, смотреть на нее, как она развивается. И, конечно, от этого года и в дальнейшем мы ждем результатов. Я еще раз хочу искренне вас благодарить за ваш труд, за ваш непростой труд. И благодарить вас за то, что вы, в первую очередь, вместе с вами формируем то общество, молодое общество. Те, с кем вы занимаетесь, конечно, это люди будущего, и эти люди, которые не будут потеряны в этом мире, когда настолько информационное такое влияние из экранов телевидения и интернета, других ресурсов, вы детям даете возможность разобраться, что действительно ценность от того, что проходит мимо нашей жизни мимолетно. Поэтому огромное спасибо вам за преданность и труд, и за преданность вашей профессии. Спасибо вам. Продемонстрированный в зале видеоролик о достижениях учреждений культуры Кургазинского района наглядно показал собравшимся, что благодаря энергии профессиональных работников культуры и энтузиазму населения, интерес к культуре населения падает. Приходит очень много детей, почти вся школа, почти вся средняя школа. Стараюсь всех брать, потому что главное не как у них получается, а главное у них есть любовь к искусству. Дети, которые занимаются танцами, отличаются. У них осанка, у них красивая фигура, умеют себя держать на сцене. Наши дети, танцующие, очень эмоциональные, красивые, подтянутые, классные. Я уже пою и танцую давно, с 5 лет. Люблю народные татарские танцы танцевать. Я буду сюда долго ходить, потому что мне тут нравится. Мои подружки тоже сюда ходят со мной. Тут здорово, весело. Нас к новым танцам учат. У нас у некоторых не получается. Мы учимся опять сильно-сильно, чтобы научиться. Мне тут нравится.
Концертная программа праздника была представлена яркими номерами коллективов художественной самодеятельности Кургазинского района, которую публика принимала с восторгом и благодарностью. Завершился праздник. Передача ветеранам сцены Талгатом Бурановым, молодым артистам, символического факела культуры, как символ связи поколений и непрерывности культурных традиций. Пусть в нем всегда горит огонь творчества и вдохновения. Сверкают искры таланта и трудолюбия. Любовь к самодеятельному искусству.